вот, да, вот, обсуждаем. За время небольшой рекламы к нам присоединился наш гость Сатья, и мы готовы обсуждать с ним то, о чем с Олей мы говорили как обыватели, все-таки сильны наши мужчины, либо слабы. И, конечно, задавали ему очень много вопросов, которые звучали от наших зрительниц. Сатья, как ты добрался с самолета, да? Да, самолет. Комфортно, либо немножко засыпаем? Нет, я не засыпаю. Нет, все хорошо, да? А ты слышал то, что беспокоит жительниц нашего большого города? Вот те вопросы, которые они нам задавали, и что для них важно? Конечно, я каждый день это слышу. Каждый день. Готовятся тренинги, семинары, правильно? А основная аудитория, кто приходит и с каким запросом? Женщины приходят. 90% женщин. 90%. Это нормально. Это нормально? Конечно. Основной, вот самый такой яркий вопрос, который от них звучит, вот самый один, можно выделить? Как стать счастливой? Как стать счастливой? Все достаточно просто. Остальное механизм. Кстати, а давай послушаем Лиду. Может быть, для нее также актуален этот вопрос, как стать счастливой. Лида, добрый день. Добрый день, девочки, добрый день. Для вас какой-то вопрос сейчас актуален, либо вы хотите обсудить слабость и силу наших мужчин? Нет, я именно по главному вашему вопросу, хотя хотела бы... Ой, не слушайте телевизор, да, слушайте нас. Я хотела бы немножечко изменить или расширить диапазон вашей программы. С радостью. Все-таки как бы мы не испробовали психологию, как бы мы не использовали наши женские хитрости, угу. Без его величества судьбы, без его величества любви, наверное, никуда не денешься. И вот мне посчастливилось открыть именно ту дверь 12 лет назад. 12 лет мы уже прожили со своим мужем, а вообще когда-то давно-давно я открыла дверь, и настолько была сильная энергетика мужчины, который там сидел с баяном и писал ноты, что это была любовь с первого взгляда, и настолько сильная была эта энергетика, что меня покорила на всю оставшуюся жизнь. У вас так в течение... без них мы никуда. Да. У вас в течение 12 лет возникал вопрос, кто сильнее в паре, кто слабее или постоянно, нет? Постоянно, каждый день и каждую минуту. И как вы с этим справились? Я скорее ведущая, чем ведомая, да. Но в результате мой мужчина со мной, и мы до сих пор можем сказать, что мы любим друг друга. И вы счастливы, мы слышим. Да. Лидия, ну и прежде чем сказать вам спасибо, назовите имя этого сильного мужчины. Васенька Дмитриенко, я тебя очень люблю, Васенька. Ты замечательный мужчина, прекрасный музыкант. Я желаю тебе всех благ на этой земле на долгие годы со мной. Как это очень трогательно. Приятно. Спасибо, очень приятно. Лидия. Кстати, вы знаете, когда я задала нашему гостю вопрос, ты сильный или слабый, он сказал, я умный. Звоните и рассказывайте нам о своих мужчинах. 237-01-86. Сатья, вот сразу вопрос. Есть какой-то универсальный ответ на запрос «я хочу быть счастливой»? Ответ? Да, конечно. Есть. Ну и дайте же мне его, дайте раз он его, есть. Да. Семейная жизнь – это наука. Ее надо знать. Угу. Просто хотеть быть счастливой мало. Надо уметь. Здесь хочется прервать нашего гостя. Мы прервемся на новости сразу, после чего все секреты здесь, в этой студии. Не переключайтесь. В нашем городе продолжается. И, честно говоря, я уже потеряла дар речи, потому что сегодня у нас в гостях необычный гость. Это философ, как правильно сказать? Физический философ, Сатья Дас. Между прочим, все интересующие вопросы вы можете ему задать сейчас, прямо сейчас, в прямом эфире. 237-01-86, а заодно дозвониться к нам для того, чтобы пожаловаться на своих мужчин или, наоборот, сказать, какие они у вас сильные и признаться им в любви. Сатья, ну еще раз привет, я смотрю на тебя и вот честно теряю дар речи. Мне кажется, что что-то в тебе есть вот от этих самых каких-то монахов, да, вот, конечно, которым ты ездишь учиться. Я правильно все понимаю? Нет, ну, приятно. Ну, вот, собственно, и поговорили. Ладно, вернемся к нашей теме. Мужчины сильные и слабые. Действительно ли есть такое вот как-то распределение? Или это мы, женщины, что-то вот придумываем себе лишнее? Есть мужчины. Это одна форма жизни. Есть женщины, это другая форма жизни. Они разные. И у каждого есть свои потребности, свои роли, и они разные. Mm-hmm. Мужчины и женщины абсолютно разные. Поменяться ролями не получится. Не получится. Никогда. Mm-hmm. А мужчина — это, грубо говоря, КамАЗ, а женщина — Феррари.
Можно, да. можно возить на Феррари шлакоблок, угу. но это выглядит пошло. Как с этим жить? Вы хотите сказать, что мы не должны менять роли, да? То есть пусть каждый остается в своей стезе и будет хорошо. Да. Хорошо, что нам дает это знание? Как нам сгармонизировать наши отношения? Или это невозможно вообще в принципе? Все можно сгармонизировать. Как? Тапки мужа в семье одни, так говорят мудрецы. Поэтому если кто-то их на себя натянет, ну... Кто ты муж? А если говорят, кто первый встал, того и обувь? Ну, люди очень много говорят. Не слушаем людей. Хорошо, а вот ваша цитата, можно я на просторах сети? Женщина должна понимать мужчину и чуть-чуть любить, а мужчина должен любить женщину и не пытаться ее понять. Да, вы тут же говорили о том, что мужчина – это женский проект, это нормальное состояние. Угу. То есть мужчина рождается в этом мире, у него нет ни одного качества. Угу. Этот проект для женщины нормален или мужчина жизни. Соглашается с тем, что он проект? Если правильно подать, то, конечно, соглашается. Для Поэтому... женщины мамы или жены? Стоп, стоп. Меньше задавайте вопросы. Простите, я не молчу, отвечу. Да? Ну мы же Феррари. Ну это да, да, да. Но нас КамАЗ не остановит. Тогда вы будете одни. Возить шлакоблоки. Оно вам надо? Нет. Поэтому? Поэтому? Поэтому мужчина рождается, у него нету качеств мужских, за которых вы можете уважать мужчину. Женщина рождается, у нее есть все качества при рождении, за которые ее любят. То есть все женские качества у вас априори, были при рождении. Сразу. Вот родилась девочка. А это... вы откуда это знаете? Я умный. Этого достаточно? Мы уже поняли. Ну, вы это должны были узнать до того, как меня пригласить. А под сомнение сейчас не ставьте, иначе хорошо. Не получится беседа с КамАЗом. Сать, ну хорошо, тогда давайте будем предметно разговаривать. Вот звонила Светлана, да? Которая пожаловалась на своего мужа. Мол, вот он такой дерзкий, он нехороший, он как-то ее... Да он тиран, Оля. Он тиран, он деспот, он ее обижает. Это что, дело ее рук? Да, конечно. Почему? Ну, откуда я знаю, почему? А чьих? Моих нет, ваших нет, твоих нет, нет никто. А можно ли дать какой-то совет, рекомендацию, как исправить эту ситуацию? Это отдельная история, как исправить. Потому что, когда отношения пытается поменять мужчина, или когда отношения пытается поменять женщина, это вообще разный подход. И самое интересное, что разный результат. Поэтому надо запомнить, что мужчина делает только то, что он сам решил. Его нельзя заставить. Поэтому мужчина является проектом женщины, да, и когда она правильно выстраивает отношения, вот с самого начала, с самого знакомства, вот вы же смотрели, да, мужчины не хотят знакомиться. А почему не хотят знакомиться? Красивейшая женщина им предлагает, они не хотят. Почему? Потому что, опять же, закон психологии. Активность женщины порождает слабость пассивность мужчины. Активный интерес женщины провоцирует пассивный интерес женщины. Познакомиться очень просто. Но не на улице. Можно и на улице, но давайте разберем, что мешает женщине познакомиться. Что мешает женщине познакомиться? Я не буду вас спрашивать, скажу правильный ответ. Она боится показаться доступной. Потому что, когда женщина активничает, никому из вас неприятно, когда вас примут за кого-то другого. А вы не рассматриваете вариант, что женщины все равно за кого ее примут, если у нее есть цель, и она берет то, что хочет? Ну, вот она возьмет и будет с этим носиться, как с фантиками, да? определенный контингент. У женщины нету такой функции наслаждаться тем, что она получила сама. Пример. Вы уверен, вы можете обе купить себе цветы на 8 марта. Как вы себя чувствуете? Неважно. Если цветы не подарены, вы не сможете этим наслаждаться. У мужчины нет потенции наслаждаться чем-то, если он этим не поделится. Это нормальные базовые вещи. Поэтому то есть функция охотника должна все-таки сработать. Однозначно. У мужчины три роли. Лидер, защитник, добытчик. Это три роли. У женщины совсем другие роли. Мать, вот мы узнаем жена. Сейчас у Наташи, какие роли у нее в жизни встречались. У нее, у ее мужчины. Наташа, а заодно Наташа задаст вопрос. Вам вопрос. Наташа, здравствуйте. Добрый день. Отходите от телевизора, давайте пообщаемся с вами через телефон и задавайте свой вопрос нашему психологу. Здравствуйте. 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 Не отходит Наташа от телевизора. Да, очень приятно. Меня зовут Наталья. Да. Ваш вопрос. Мой вопрос заключается в том, что, вернее, я бы хотела озвучить немножечко мою личную жизнь, мои личные достижения. Прежде всего, у меня был первый муж, который был старше меня на 10 лет, у которого были
свои какие-то внутренние мировоззрения, намного отличающиеся от меня, что я поняла во втором браке. Uh-huh. Вот. И второй брак, это брак, который открыл для меня, в общем-то, мир величия души, величия духовном, где произошло венчание, которое сыграло, в общем-то, наверное, связующую роль между моим внутренним миром и миром духовным моего нынешнего мужа, и что открыло мне понимание, чего не было и чего, в общем-то, наверное, и не могло бы быть у меня в связке первого брака. Потому что там были, в общем-то, именно игра в фантики, как сказал ваш специалист. То есть я смотрела на этого мужчину как на какой-то потенциал, какую-то высокую фигуру в моей жизни. Мало того, он был старше меня на 10 лет. Но ни в коем случае у нас не было никакого духовного родства. И это все понятно, да. Мы поняли ваше мнение. Спасибо, что дозвонились к нам. Кстати, ну какие можно дать комментарии к этому звонку? Никакие. Просто женщина выросла, созрела и поняла, что она как-то перестроилась она внутренне. Она хотела что-то сказать, она сказала. Женщины вообще хотят очень много сказать. Это нормальное состояние. 21 тысяча слов в сутки. А вы женщин любите? Говорить. Извини, я ты обожаю. Ты любишь? Я да? обожаю. Женщину Нет, обожает. То, что я их знаю, это не значит, что я их не люблю. Я их очень люблю. Это разные вещи. Конечно. И все-таки Сатья как-то так увиливает от ответа. Что же нужно сделать мужчинам и женщинам для того, чтобы обрести гармонию? Мы зададим ему этот вопрос еще раз. Оль, мы продолжаем обсуждать силу и слабость наших мужчин. Правда, для нас это актуально, так как мы с тобой начинали с этого вопроса для нас. И теперь мы задаем его гостю. У нас в гостях Сатья. Ты готов был ответить про слабость мужскую. Существует ли она и что это? Что это в нашем да, мире? Да, она существует. Мужчина может быть слабым, мужчина может быть сильным, это очевидно. Но надо знать, где и когда, что проявлять. Поэтому мудрецы говорят, что мужчина, он проявляет свою силу в социуме, вовне. То есть в достижениях. Это его природа, это ему надо. А дома он проявляет слабость, если там она нужна, эта слабость. То есть говорится, что мужчина в социуме лев, а в семье ягненок. Ну, котик тоже, тоже хорошо. Если же мужчина не может реализоваться в социуме, он реализуется в семье. О, отличная модель. Жены. Это часто мы видим, да. Да, потому что кто-то его не смог вдохновить реализоваться в социуме. Скорее всего, вместо него кто-то реализуется. Скорее всего, его жена. Либо второй, еще один формат, когда он ни в социуме не может реализоваться, ни дома. Мы видели про бревно какое-то. То есть мужчина не может быть успешен, если он не успешен в семье. В социуме мужчина никогда не будет успешен, если в семье он не успешен. Если не реализовались его роли защитника, добытчика. Одиночка мужчина молодец. Это холостой. Не существует таких мужчин? Мужчина без женщины неполноценен. Отлично, принимаю. Женщина неполноценна без мужчин. Мы такие существа. Хорошо. Поэтому от женщины зависит, как мужчина реализуется в социуме. Если она может создать эту атмосферу, если она может понять, что это мужчина, ее проект, если она правильно выстроит отношения с самого начала и до самого конца, тогда будет успех. Прям столько ответственности чувствую на своих плечах женских, слабых. Это женская ответственность, она не то такая уж и сложная. Вообще никакой ответственности у женщины нет, женщина безответственная, живое существо абсолютно. Так как же я же отвечаю за этого мужчину? Нет? Что-то нет? Противоречий нет? Нет. Нет? Нет. Хорошо. Поэтому она ответственна только за одно, чтобы быть счастливым. Если женщина смогла стать счастливой в браке, конечно, мужчина может только помочь ей сделать. Мужчина может сделать счастливой только счастливую женщину. Счастливую он может сделать более счастливой. Несчастную он может сделать менее несчастной. Поэтому женщина должна находить такого мужчину, чтобы это был ее долгосрочный проект. А женщину менять не надо. Мужчина должен, женщина для мужчины – выбор. Надо найти ту, ради которой ты готов меняться, и тебе это нравится. Потому красиво что только нарисовали. Меняясь, это реальность. Красиво. Это не просто нарисовано. Ваша реальность очень симпатична. А как найти? Да. Как понять, что вот он тот самый? Да, вот как знакомиться. Женщина боится показаться навязчивой, доступной, а мужчина боится обломаться. Поэтому
Все ваши персонажи обломались. Почему? Красивая женщина активна. Он правильно сказал? Все мечтают, но никто этого делать не будет. Поэтому познакомиться можно при одном условии. Если женщина нуждается в помощи, а мужчина может эту помощь оказать. Лучший способ – поломать каблук. То есть провоцируем ситуацию, не ждем помощи. Просто надо находить ситуацию, где ты нуждаешься. Когда ты нуждаешься, мужчина не боится показаться, он не боится обломаться, потому что он уже априори нужен. А женщина не кажется навязчивой. Доступной, да. Доступной. Ну, чемодан же вам заносили куда-то кто-то. Да, конечно. Очень легко знакомиться. Но я это делала искренне. То есть я искренне стояла, смотрела поэтому на чемодан. Поэтому я сказал, что все ваши качества женские у вас есть при рождении. А мужчина все свои качества достигает. Ребят, ну подождите, я чего-то не понимаю. Мы сейчас говорим о знакомстве, да, когда люди друг друга подбирают. Ну, случилось так, что ошиблись, но поженились. Что, разбегаться, расходиться или все-таки пытаться как-то найти вот эти вот... Надо изучить вопрос. У нас, к сожалению, нет времени, чтобы я рассказал, поэтому приходите на семинар. Да я просто все к тому, что слабого мужчину там можно перевоспитать, сделать его сильным и любоваться можно хомяка, им. А мужчину нельзя перевоспитать. Его можно взять и поломать просто-напросто. Что нету слабого поэтому мужчины. Слабый мужчина, поймите, слабый мужчина – это то же самое, что сильная женщина. Вот представьте, вот обе. Это чуждо природе. То просто есть этого это, не должно это извращение. Быть. Вот это извращение. Возьмите и представьте самого слабого мужчину, которого вы видели. Зафиксируйте вот это ощущение. Фу, какая дрянь. Вот то же самое чувствует мужчина, когда видит сильную женщину. Ну так, на всякий случай, вдруг вы не знали. Тем не менее, некоторые мужчины признают, что они в каком-то роде несостоятельны. Покупают различные тренинги, ходят, посещают. Я предлагаю послушать сейчас отрывок из аудиотренинга для того, чтобы стать сильным, достойным мужчиной. А вы откомментируйте. Я вожак. Я предводитель стаи. Я сильный и смелый. Я ловкий. Я сильный. Фу, какая гадость. Я сильнее всех своих сородичей. Это доступно в сети. Yes. Этим пользуются многие мужчины. Несмотря на то, что женщина говорит этот текст. Это, кстати, вот первая претензия моя. Вот, да, Сатья, что это? Вот скажите, что это? Это баловство? Чушь. Чушь? Абсолютная чушь. Мужчине, зачем ему объяснять, что он сильный? Он сам себе говорит, я сильный, я сильный. Нет. Мужчина ценен достижениями. Если есть тот, кто нуждается в достижениях, то тогда мужчина это делает. Задача женщины – запомнить золотое женское правило. Всегда хвалить мужчину за успехи. Всегда. Без всяких исключений. Никогда не терпеть его недостойное поведение. Слово «никогда» здесь определяющее. Ключево. Третье. Терпеть его недостатки. Недостатки – это то, что он не может изменить. И четвертое – это уметь отличать второе от третьего. Если женщина не умеет отличать второе от третьего, она, скорее всего, будет терпеть его недостойное поведение и не терпеть недостатки. И эта семья скатится в ад просто. Там будет два счастливых человека, которые мечтают сдохнуть. Спасибо, Сатья. Ну вот сейчас у меня появилась пища для размышлений. Я сейчас пойду домой и буду много думать о том, что ты сказал. Спасибо за рекомендации, за интересную беседу. Кстати, друзья, Сатья приехал в Минск не случайно. В Минске ожидаются его тренинги. Ищите информацию в интернете и приходите к этому интереснейшему человеку. Я же хочу напомнить о минутке здоровья. Минутка здоровья прямо сейчас. Для тех, кто любит активный образ жизни, для тех, кто двигается и не хочет останавливаться, запомните этот препарат. Запомните это название – Хондромед. Это препарат, который стимулирует процесс регенерации хрящевой ткани и позволяет нам всегда оставаться на ходу. Все, наша программа подошла к концу. Я бы еще, честно говоря, о мужчинах говорила бы, но остается время ровно на то, чтобы попрощаться с тобой, Сатья. Свет, что скажешь? Я довольна встречей абсолютно. Очень много такой пищи для ума ты дал нам сегодня. И, возможно, что-то поищу из роликов, которые есть в сети, вот ваших тренингов. Детский доктор тоже даст вам пищу для размышлений. Смотрите наш телеканал и дальше. Мы же вернемся завтра в эту студию для того, чтобы поднять новую интересную тему и обсудить ее с женщинами большого города. Звоните, присоединяйтесь, пока.